что, уважаемые друзья, были у нас запросы по поводу того, как же выглядит наша 21-я классика. То есть самая сейчас большая на линейке печей казачка классика. Вот, собственно говоря, перед сборкой я специально, пока еще конвектор не установили, чтобы было очевидно, как выглядит печка изнутри. Ну, то бишь, под конвектором. Как вы видите, она после покраски полностью вся прокрашена. Здесь у нас есть элемент новый. Мы ввели новый элемент. Это упорная планка для камня, чтобы сформировать правильную каменку, чтобы мелкая фракция камня не проваливалась. Вот. Естественно, у нас очень правильное крепление конвектора по всей части получается. То есть точек контакта крепления конвектора, видите, очень много. И поэтому проблемы с тем, что конвектор будет держаться великолепно, то есть это вообще абсолютно не вопрос и не проблема. Вот оно у нас идет с лицевой части. Вот она лицевая часть. Рядышком она стоит 16-я казачка классика. Вот также у нас, вообще внимание, вот она задней части. Вот ничего, просто бачок не установлен. Поэтому мы постоянно расширяем ассортимент и готовы к реализации наших печей. Всем хорошего здравия, по-белому всего доброго.